Сейчас я вам покажу наш номер в гостиничном комплексе «Фельварок», где мы поселились. Вот в этой сауне мы вчера были. Обалденно было. Очень красиво оформлен интерьер. Вот здесь, на этом балкончике, выездная регистрация сегодня прошла. Замечательная площадка для малышей. Банька была у нас на дровах. Да, сейчас вам покажу немножко в сторону. Вот наш участок, цветущие деревья. Есть вот такой колодец красивый. А за колодцем у нас конюшня. А там у нас прекрасные лошадки. Даже сбегаю в своем красивом платье к лошадкам. Где наши лошадки? Красавцы. И вот она, пони. И еще одна лошадка у нас. Красавцы. Он начинает бить копытом, зазывать, чтобы его покормили, чтобы им дали вкусной травки, да? А тебе, красавец, идет речь, и тебе. Итак, вот наш домик выполнен в таком стиле, как деревенская хатка украинская. Тоже приятно, да? Все материалы экологически чистые, массив дерева. Очень многое можно взять на заметку, что я уже и сделала, в принципе. Сейчас я вам покажу, как здесь стекла крепятся. Видите, как красиво? Вот это я обязательно на даче себе сделаю. Вот такая красивая у нас дверь. Замечательный лизок здесь. Вот наш номер. Вешалка. Красиво сделано обрамление потолка. Наша кухонька. Все из дерева. Даже вот эти все столешницы, все фасады, все сделано из массива. Не могу точно сказать, какого дерева, но массив. Даже у светильника вот такой ручной работы обрамление. Вот такие интерьерные композиции, которые любят украинцы составлять. Есть все необходимое. Вытяжка, плита. Все есть. Вода. Нам даже вот такой чаек предложили. Липовый цвет. И вот такой вкусненький сбор трав гуцульских знатоков. Вот эти тарелочки расписные. Это, конечно, особенности гуцульского населения. Ну и, конечно же, как же без вот таких деревьев. Handmade. А мы любим handmade. Вот такая интересная композиция из глины. Так, номер наш. Открываем. Такая здоровенная, красивенная кровать. Угу, телевизор есть. Тепло. Очень нравится, что это все ручной работы, вся мебель кованая, кованые элементы, массив дерева, картина даже. Вот, посмотрите, как красиво сделан потолок, какая красивая люстра. Вот, очень все интересно. Шкаф вообще, это шедевр. А вот зеркало, это я экскурсию провожу для вас. Угу. Так, картинки в стиле данного помещения. А вот и вышивка крестиком, очень красиво. Да, туалет, все в номере у нас, все необходимое есть, все нужное, все аккуратненько, чистенькая вода, горячая, холодная, как положено. Столик. Угу. Все есть. Есть также вторая комната, в которую мы сейчас с вами пойдем и посмотрим. Вот Лизка у нас тут спряталась уже опять. Также все необходимое. Кровать.
картина шикарная, вторая картина, третья картина. Ну, мама, конечно, любит позаниматься, быстренько сфарганить все необходимое на лету, на ходу. Наши букетики, которые мы будем дарить сегодня. Лизка будет дарить букет из конфет, вот такой рукотворный. Вот такой большой, красивый. Сейчас мы ленточку туда красивую поставим. Настенька вот такой букетик с медвежатками. Тоже сейчас туда ленточку красивую. Настина шляпка для хорошего кадра. Вот так мы и живем. Очень красиво, уютно, очень нам нравится.